Ну, игра достаточно тяжелая выдалась, эмоциональная, яркая. Ребята выполнили установку. И всех поздравляю с победой болельщиков. Тренеры дали установку перед вторым периодом закрыть соперника в зоне, сделать сменочку. Получилось наложить 3 смены. Ребята молодцы, все старались выполнить установку. Поэтому мне было где-то полегче во втором периоде. И спасибо парням. На ваш взгляд, какой переломный момент был в сегодняшнем матче? Ну, я думаю, третья шайба, забитая нами, была уже переломным моментом. Ребята поверили в себя и в свои силы, ну и болельщики гнали. Вы сегодня сделали не только большое количество сейвов, но и отметились результативной передачей. Получается, в вашем активе в сезоне уже 3 очка, и вы на первом месте среди всех вратарей лиги по набранным очкам. Ну, в том эпизоде мне чисто повезло, я считаю. Был бросок, я отбил его в сторону, в угол. Саня Лоптев подобрал, все сделал Саня. Поэтому, ну, тут даже комментировать вы все сами все видели. Bye.